В эфире лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев. Странно думать, что где-то в мире есть человек, которому всегда хорошо. Ну, если он не в измененном состоянии или не в медитации какой-нибудь. У всех случаются минуты отчаяния, и у многих для таких случаев есть какая-то мантра, фразочка, которая помогает пережить или успокоиться. Музыкальный продюсер Никита Федоренко, выходец из Дальнего Востока, видимо, тоже переживал сложные времена. Его первый релиз состоялся в 2018 году еще на лейбле «Мастерская» Ивана Дорна. Но после того, как лейбл прекратил свою деятельность на территории России, Никита не стал впадать в творческий кризис и решил развивать отдельно свой музыкальный бренд и псевдоним «Индикт». Чтобы изменчивый мир прогнулся под нас, нужно много ресурсов. Поэтому, когда происходят изменения, нам предлагается оставить прежние версии себя в прошлом и обновиться до новых, которые будут поддерживать окружающую действительность. Примерно это советует нам Никита в своей новой песенке «I'll be fine». В любом случае, как пел Митя Фомин, «Все будет хорошо, куда бы ты ни шел». Примерно о том же поет Индикт. I'll be fine. I want to take a break from myself. This world is not mine and I'm out there.